Да. Деревянная церквушка в Вороновицах. Похоже на Винницкую, но это попроще строение. Весьма в красивом месте, находится на холме. Вот такая капличка, желтенькие цветочки, ступеньки. Оп-оп. Тут написано. О. Такая желтая полянка красивая. Год постройки так же, как и у нас. Ну и примерно деревянные церкви по всей Украине. Это деревянный казачий стиль вроде называется, архитектура. Вон луна на небе уже видна. Там озера внизу, в снегу деревья, люди отдыхают, туалет. Ставок в селе Вороновице весьма такой грязный, лужистый, вернее, ну, болотистый, но красиво. Вон деревянная церквушка наверху холма, очень красиво смотрится. Вон само село. И деревья в снегу. Это еще с января не растаяло. На улице вообще минус 15, так что потому и снег не растаял.